Из этого короткого ролика вы узнаете, как можно проверить контрагента с помощью сервиса ContourFocus. Быстро и бесплатно, но только в течение 24 часов. Для этого заходим на сайт сервиса focus.contour.ru и для примера будем использовать связной банк и группу компании связной. Как вы видите, в бесплатной версии сведения скрыты. Для того, чтобы Ознакомиться с ними необходимо получить демо-доступ. Для, для этого мы должны сообщить свой номер мобильного телефона и ввести код, полученный по СМС. Ознакомительный бесплатный доступ предоставляется на 24 часа. Сейчас на экране вы видите сведения об учредителях. об исполнительных производствах. Арбитражных делах. Можно посмотреть всех учредителей. Отсюда узнаем, что ранее среди них были АО Северсталь и ОАО Газпром. В Центре раскрытия корпоративной информации можно ознакомиться с документами, в том числе с решением сайта директоров. Далее подробности из интернета. Мы узнаем, что разработчиком сайта была Анна. Есть ее телефон, электронная почта, можно сделать заказ. В верхнем меню видим возможность разделы исполнительное производство, арбитраж, раскрытие информации, государственные контракты, лицензии, товарные знаки, сайты связи. Но почему-то нет финансовой информации. Вы видите, что учредители не предоставляли финансовую информацию и цифры не видны. Можно искать по наименованию. Вот связной коллекторское агентство. По, если искать по телефону, нажать на телефон, то увидим, что один и тот же телефон используется коллекторским агентством связной и компанией Haskerton, занимающейся оптовой торговлей. Сервис предоставляет возможность получить выписку из ЕГУРУЛ. Здесь также мы можем настроить уведомления. Нажимаем кнопочку наблюдения и вводим свой e-mail. Нам на e-mail будут поступать все изменения. Также можно увидеть учрежденные юридические лица фамилия, по фамилии руководителя. Для того, чтобы настроить обновление и получать своевременно новые выписки, необходимо оформить подписку. И здесь мы узнаем, как, какова же стоимость этих услуг, если пользоваться ими более 24 часов.